Добрый день. Меня зовут Лера Аксенфельд, а это Алена Каткасова и наш проект «Живая площадь». Это проект, который мы хотим сделать для визуализации различных слоев исторического и будущего на площади Куйбышева, а также создать какую-то базу для коммуникации сообществ. Проблематика нашего проекта заключается в том, что люди, они вообще не знают, что было раньше на площади Куйбышева, не знают, что она была раньше соборной, например, и как выглядел собор. Также им сложно представить, как будет выглядеть площадь после реконструкции для чемпионата мира по футболу. И мы хотим, собственно, познакомить людей с разными аспектами всего этого. Проект ориентирован на жителей города, на каждого из нас, а также на туристов, на гостей, на тех, кто приедет к нам в 2018 году. И мы хотим познакомить людей с прошлым и будущим площади. А также на последующих этапах разработки мы хотим добавить функцию для внесения идей разных сообществ для того, чтобы они могли как-то коммуницировать и придумывать, что можно сделать на площади Куйбышева. Получится некий банк идей. Мы помещаем на площадь Куйбышева физические флажки, которые будут связываться с 3D-маркерами внутри приложения. Таким образом, будет определено, где находится человек. И таким образом… Окей, Google, покажи мне площадь Куйбышева. Сейчас мы можем видеть просто площадь Куйбышева, как она есть сейчас. Но человек, который будет открывать приложение, он сможет выбрать некий слой. То есть он выбирает слой прошлое и смотрит, что в этом месте было раньше. То есть смотрит на театр оперы и балета, а на экране своего планшета видит собор. А также он сможет увидеть, что будет в скверах и на площади в будущем. Примерно вот так это как-то будет выглядеть. То есть вот это типа будущее и следующий. Да, а там еще прошлое было. Вообще во время хакатона мы нашли большое количество единомышленников, узнали, в чем наши проблемы и как можно их преодолеть. И мы поменяли кардинальное представление о нашем проекте, о нашей идее. Ну, вообще еще хотела дополнить, что это что-то работает. Угу. Я хотела дополнить, что сначала у нас было приложение по дополненной реальности, но теперь у нас будут Google Maps панорамы. Без ресурсов. Мы уже сделали 3D-модели прошлого и будущего. Хотим связаться с представителем Google в России и загрузить туда свои панорамы. За 70 тысяч рублей мы хотим запустить демо-версию проекта, а за 200 мы хотим запустить панорамы с возможностью уже коммуникации людей на этой платформе. Ну, все, контакты.